По возвращении я чувствовал себя обновленным. Но все, что там происходило, бесконечно важно для меня. Мы куда-то углубились внутрь себя и внутрь вот группы. И... Чувствовать себя, понимать себя с партнером, в контакте с партнером. Изучая себя, я понимаю себя, а значит, я уже могу строить пространство вокруг себя, исходя из собственной пластики. Появился ритм жизни, появилась энергия, появилось осознание себя и появилось желание жить, общаться, ходить на свидания. Ну, то есть жизнь закипела, и это прям такой кайф. Если вы еще думаете, нужно ли вам это или нет, если хоть маленькая мысль у вас проскочила о том, что «а вдруг, может быть, мне это нужно», то это 100% вам нужно. Эти выходные и дают... тут какой-то заряд, чтобы открыть себя, узнать себя вообще по-новому. Это лучшее, что может случиться с вами в жизни.